Ну, что ты боишься, Витя? Понимаешь, они индикатор. Индикатор того, что правоохранительная система не работает. Что все продано и куплено 100 раз. Ну, мы с тобой знаем. Было бы это не так, их бы не было. Ну, а раз они есть, значит, люди на грани. Так вот, я боюсь цепной реакции. Витя, если ты веришь в то, что сейчас говоришь, значит, они поступают правильно? Не нам с тобой судить, как они поступают. У нас другая работа. У нас долг. Ну, ты сам только что сказал. Почему тогда ты так рьяно пытаешься скрыть их действия от огласки? Потому что ничего изменить они не смогут. А вот хаос посеять запросто.